Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов из сайта «Фокусы от моряка». В этом видео я хочу показать вам очередной карточный фокус Эда Марла, который называется «Обсерваторский тест». Итак, собственно, это тест на вашу внимательность, друзья мои. Итак, обратите внимание, у меня лежат карты, разложенные по мастям. Пики, черви, крести и буби. Запомните, пожалуйста, в какой последовательности они лежат. То есть последовательность следующая. Пики, черное сердечко, к примеру, да? Потом красное сердечко, черви, крестик, это крести, и квадратик, это буби. Запомнили? Я думаю, запомнили. Итак, у меня есть валет, дама, король, пик. Далее у меня также идет валет, дама, король, черви. Далее у меня также идет валет, дама, король, крести. И далее у меня также идет валет, дама, король, буби. Итак, друзья мои, какие карты были первыми? Какие три карты были первыми? Вы, наверное, думаете, что пики? Да, совершенно верно. Первыми были пиковые карты. Ладно, окей. Давайте мы с вами сейчас немножечко отвлекемся на тузов. Итак, напоминаю, последовательность следующая. Буби, крести, черви и пики. Итак, первый туз у меня пиковый, верно? Верно. Далее туз у меня идет червовый, верно? Верно. Далее у меня идет крестовый. И далее у меня идет бубновый. Запомнили? В принципе, последовательность не меняется. То есть первый туз идет пиковый, червовый, крестовый и бубновый. Итак, первые карты какие были? Правильно. Король, дама, валет, пик. Потом какие карты были, кто помнит? Я думаю, что все помнят, что следующие были это красный крестик. То есть король, дама, валет, черви. Правильно? Правильно. Король, дама, валет, червей. Король, дама, валет. Далее у меня шли какие карты? Крести. Верно? Верно. И завершали у меня что? Буби. Верно? Верно. Но после того, как щелкнем пальчиками, оказывается, что здесь у меня король, который собрал вместе с собой всех королей. Здесь у меня дамочка, которая собрала вместе с собой всех дам. Здесь валет, который призвал к себе всех остальных валетов. Соответственно, здесь собрались все 4 туза. Вот такой вот прикольный трюк. Теперь давайте смотреть обучение.